Бегом бежала, девчонки, прямо бегом бежала на третий этаж, запыхалась с почты, прям галопом по Европам. Фух, устала. Сейчас Эйвон вам буду показывать. Такая радостная, как я люблю, вот когда Эйвон приходит. Сегодня получила посылку, это по 5-му каталогу, посмотрите, какая прелесть, следуй за бабочками. Я тут у девочек посмотрела, как лучше-то вот поснимать, показать. Они некоторые, знаете, вот на подоконнике раскладывают, а некоторые вот прямо раз так и коробку открывают, прям на камеру. Так интересно, мне кажется, на камеру-то интереснее, как бы вот сюрприз, да, получается такой. Вот, я подготовилась. Сейчас я вам покажу. Вы думаете, там вот ножом, ножницами, как другие? Нет. У меня цивилизация. Я тут в строительный магазин зашла и вот такую штучку купила. Такая штучка маленькая, компактная. Я теперь на почту прихожу и сразу это... Вот так вот, смотрите, коробочку вот так вот, вот ставлю. И так вот. Опа! Опа! Я тут одна смотрела у одной ролик, она отвертка. Ой, так смешно было, я хохотала. Ну что отверткой? Смешно. Вот, смотрите. Ой, как интересно. Девчонки всегда начинают с прайс-листа. Ну и я, пожалуй, тоже начну. Прайс-лист это вообще, в заказе это вообще самая интересная вещь. Прайс-лист-то. Где тут заказ-то мой? Ой. У меня прямо аж это, на сердце прямо это так трепетно. Что-то у меня жарко, как в доме-то. Вроде вон это, я окно открыла проветривать и душно прям совсем. А где у меня? А вот, нашла, нашла, девчонки. Так, 5, 5. Временно отсутствует. Это я не поняла, ну вот как? Девчонки, тонизирующая маска для лица «Сияние Востока» отсутствует. Ну, как я без маски? Ну, девчонки, 5 штук заказала, одна отсутствует. Ну, как вот можно без маски? Ну, я хотела маски делать. И когда теперь она будет? Ну, я не знаю. Ну, так-так нельзя. Вот еще что-то отсутствует. Женские брюки, размер 46. Это клиентки. Ну, брюки-то наплевать на них. Пусть отсутствуют. Без штанов походят. Вон, в конце марта будут. А маска-то? Ну, вот, девчонки, как вот без маски? Ну, так нельзя. Я вообще, я вот прямо расстроилась. Ну, вот как? Чё тут еще? Вот какие-то брошюрки, смотрите. Видите? Вообще, девчонки, знаете, мне что понравилось? Посмотрите, как коробка называется. Следуйте за бабочками. Ой, я всегда следую и за бабочками, и за ромашками, и за акциями, и за купонами, и за талонами. В общем, чего Эйвон-то мне предлагает, затем и следую. Ой, я вообще, я такая прямо с удовольствием я вот за всякими такими штучками-то следовать. Я люблю, потом подарки дарят, ой. Вот, в общем, вот какая-то тут... Все каталоги разные. Вот новый каталог, девчонки. Что тут нам предлагают-то? Девчонки, а цены-то? На 6 рублей подорожало. Так-так, у них и брать никто не будет. Вон, а 6 рублей прибавили. Я на такие деньги-то сколько всего купить могу. Ну, вообще, я вот прям, ну, вот как так можно? Вот еще какие-то бумажки. Еще каталог. Вот какая-то картонка красивая. С цветочками. Вот, Эйвон написано. Какая-то картоночка. Ну, я люблю красивое. Это пусть будет. Что у меня тут еще? Какой-то скраб. Пусть тут стоит скраб. Вот такие вот какие-то штучки. Вот-то. Много. Много какие-то. Детское что-то. Вон там луна какая-то нарисована. Клиентка заказала. Ребенку. Сладкие сны. 3
штуки, одному ребенку три одинаковые. По что? Сенсис, гель для душа, это тоже клиенткина. Свеженький такой, свеженький такой аромат, цитрусовый заряд, приятненький. С утра хорошо, освежится, понравится. Этой клиентке-то понравится. Так, что у меня дальше-то? Так, райское увлажнение, маска для лица. Это тоже клиентки. Ну что, ароматик-то такой. Вон, консистенция такая жиденькая. А пахнет приятно. Пахнет приятно. Но такая, знаете, он вымазалась. Жиденькая консистенция-то. Ой, я вся вымазалась. А что я так неаккуратно-то? А это, девчонки, я себе. Очищающая маска для лица. Но я открывать-то не буду. А то, мало ли, я брезгливая. Бактерии какие-нибудь попадут вдруг. Не, не надо. Я не хочу. Это тоже клиентка. Маска, тоже маска для лица. Чё-то всех на маске сегодня пробила. Увлажняющая. Вон она, фиолетовенькая какая-то. Сладенько так пахнет. Мне ей понравится. Она такая, знаете, непривередливая женщина-то. Ей понравится. Дезодорант. Тоже кто-то заказал. Что у меня тут еще-то? Вот мочалка. Вот-то. Мочалка. Тоже заказала клиентка. Так. Дальше. Что у меня? Вот-то. Black Suede Sport. Это парфюм. Туалетный. Это я мужу заказала. Ну, я не буду, девчонки, доставать. Зачем? Что вы не видели? Вон каталог открыли, посмотрели, как пузырьки выглядят. Что мы пузырьков не... А то я буду сейчас туда-сюда его ворочать. Мало ли, коробочку попорчу. Не, не надо. А это я хотела понюхать. Это у меня клиентка заказала. Ой. Девчонки. Вот как Эйвен неаккуратно делают. Вот, ну, что это вот за упаковка, девчонки, такая... Смотрите, и слюды не было. Ну вот как так? Слюды нету. И некачественная какао-упаковка. Он прям рвется. Сразу рвется. Брак. Вот брак прям какой-то. Что-то не пахнет. Что-то не пахнет. А вот пахнет. Так вот, как, когда вот так-то пахнет. Ей понравится. Нормально. Только смотрите, вот я хочу сказать, все-таки Эйвен-то вот как некачественно делает. Ну, что это за упаковка? Ни слюды, ни качества никакого. Я вот стыдно людям в глаза посмотреть. Вот что я буду в глаза смотреть человеку, такую показывать-то? Маски. Это маски. Это у меня, наверное, кто-то заказал. Ну-ка. Нет. Это я себе заказала. Я открывать не буду. Это, знаете, я, девчонки, себе заказала. Мне тут Жанночка. И еще мне Юлюнька говорила. Как делать маски для волос. А то у меня же все волосы почти выпали. И открывать уже не буду тогда, девчонки. А то, мало ли, ну, бактерия какая попадет. А вдруг вот я не сейчас буду пользоваться-то. Чё ж у нас как жарко-то, я хочу сказать. Ну, я окно-то открыла. Вот топят. На улице сейчас тепло. Дома так стали топить, прямо невыносимо. А это что за ерунда какая-то у меня? Какой-то кружок. Кто заказал? Не знаю, что это и такое. Ерунда какая. Это крем. А, девчонки, вы посмотрите. Помята. Коробочку-то как... помялась. О, ну вот я говорю, никакого качества брак. Вот вам-то, наверное, на камеру не видно. Вот прямо как вот тут вот скол. Прямо скол такой вот. Как вот надломано прямо коробочка-то. О, ну вот как вот такое вот кладут в коробки-то, а? Вот как? Клиентка, мне же в глаза-то смотреть. А его ну-то без разницы. А мне вот... Потом показать надо человеку. Вот такое-то в руки дать. Эта женщина заказала. Я себе такой хотела. Вот я тут аккуратненько с уголка-то. Незаметно, девчонки. Я аккуратненько прям чуть-чуть взяла.
А хороший, хороший крем-то какой, девчонки. И прямо так и пахнет так приятно. Вот этот-то хороший. Вот только смотрите, какая коробка-то мятая, а. А у меня клиентка-то это новая. Первый раз заказала. Вот. Отдам. А это, знаете что, это игру я ребенку. Вам-то это, наверное, неинтересно. Игру ребенку заказала. Вот он-то прямо ждет. Сейчас вот закончу снимать ролик-то быстрее. Вот открыть, посмотреть. Мне самое интересно открыть-то. Интерес, тут и кубик, вон, и фишечки. Прямо как интересно. Вот. Сестра у меня говорит. Я, говорит, хочу сумку заказать. Сумку она хочет заказать. Выбрала сумку, говорит, закажи мне сумку. Ну, заказала я ей. Сначала отговаривала, в распродаже. Сумку, говорит, в распродаже. Вот сейчас посмотреть надо, что за сумка-то. Мне тут некоторые говорят, какое вы имеете право чужой товар открывать? Девочки, вы когда идете в магазин, кофточку меряете. До вас ее померило 50 человек. Вы ж не выступаете. Я продавец. Что хочу, то и делаю. Хочу, смотрю. Сумку. Хочу, не смотрю. Девчонки, а что я сказать-то хочу? Сумочка-то какая хорошенькая. Девчонки, а что я себе такую не заказала? Посмотрите, она как... она прямо как с меня, смотрите, вот прямо ко мне как подходит, а? Девчонки, сестра говорит мне, закажи, а я и заказала. А зачем Катьке-то такая? Катьке такая совсем ни к чему. Она ей даже вот не идет. Я не знаю. А зачем вот ей? Какая сумка-то хорошая. Смотрите, девчонки. Девчонки, вы только посмотрите, ниточки. Вот-то. Видно? Вот-то. Ниточки. Брак. Брак. Надо Катюхе-то сказать, скажу, прислали, ну, такую ерунду прислали, скажу, ну, в распродаже, а что вы хотите в распродаже? Конечно, ерунда всякая, вон нитки торчат, брак, зачем сестре такая сумка? А мне-то уж так и быть, сгодится. Вот смотрите, девчонки, а принт-то какой розовый, тут вот и кармашек есть, и вот тут кармашек, и вот тут вот цеплять, вот это можно. И она такая не маленькая. Ой, сумка-то. Не, Катюшки-то нет. Я ей другую закажу. Это ей не надо. Скажу, такой брак прислали тебе, даже вот сама мучиться буду. Ой, я не могу. Я, нет, ну я не могу отдать-то, ну никак. Ха, сестра хочет. Ну, мало ли что она хочет. Много чего мы хотим, правда? Но не всегда же мы имеем то, что хотим-то, вот по сути-то. Не, ну вот я довольна, я довольна прямо. Ой, ой, прелесть какая. Вот еще крем. Ультиматум, ультимат. А, это вот той клиентке, который мятый-то достался. Второй, это который я себе хотела, а не заказала. Ей заказала, а себе-то нет. А надо было. Ой, тоже аромат-то. Вот я тут тоже с уголочка, девчонки. А этот, наверное, ночной. Вон, какой он и погуще такой. Ой, какой хороший крем, девчонки. Консистенция тоже замечательная. Крема-то какие хорошие. О, ей понравится. Сегодня отнесу. Вот новенькая какая-то. Какая-то новенькая у меня. Первый раз заказала. А это я, моя мечта, хотелка. Вот девчонки говорят, хотелка. Little розовая дресс, вот розовый дресс. Платье, розовое платье. Ой, мне прям не терпится открыть его, девчонки. Сейчас ролик да запишу быстрее, открою, понюхаю. Очень хочется понюхать прямо. Какой аромат, наверное, хороший. А это маска. Тоже маска и тоже клиентка одна. Он набрала себе кучу масок.
Не знаю, зачем ей столько? Одно лицо, 10 масок. Зачем? Вон какая, оранжевая. Видно? Оранжевая. Говорят, надо на камеру показывать. Как тональный крем. Вот такой маской ты намажешь с коричневой. И будешь по квартире как чудо-юдо ходить. Муж пугать. Ну, ей понравится, пусть пользуется. Пусть мажется. Пусть мажется. Это я тени одной заказала. Одной заказала тени. Что-то они меня никак не... Вот. Ну, смотрите, девчонки, я вот хочу сказать, ну вот куда Иван смотрит? Вот такие упаковки. Вот даже вот захочешь не открыть. Ну, не открыть вот никак. Да чё ж у нас как жарко-то? Я прям не могу, прям вся мокрая аж прям... Ой, и лоджию-то открыла. Зачем топят? Вот так топят в доме. Знаете, какие? Вот. Вот такое название. Не знаю, камера-то сфокусировалась или нет. Педро. Педро. Нет, подождите, зрение-то плохое. Ретро. Ретро гламоур. Ретро гламоур. Сейчас посмотрим. Я тень-то люблю. Тень я люблю. О, какие красивые девчонки. Какие. О, тени-то какие красивые. Ой, я не могу. Красота. Девчонки, я вот это я вам рекомендую. Кто не покупал, купите. Только вот единственное, девчонки, упаковка ужасная. Смотрите, ну вот куда Эйвен смотрит? Вот такие упаковки прям делает, что они прям развали. Брак, один брак. И нам это терпеть приходится. А это что? Это помада. Помада, вот такая помада. Она в упаковочке. Вот посмотрите, вот такое вот у нее название. Видно? Но если не видно, какая разница, все равно брать не будете. Показывай, не показывай, толку-то. Вон, девки, что только не покажут, а я никогда не беру. Посмотрю на них, думаю, ну и мажьтесь сами. А я себе другое. Что у вас нету? А то что мы все в роликах-то одно и то же кажем? Надо то, что другие не кажут. А тут вот... А это вот тоже блеск. Открывать не буду. Зачем? Видно. Видно и так. Это я себе заказала. Вот если у вас зрение-то хорошее, вот тут вот с уголочка, вот посмотрите, вот видно, видно. Очень-очень красивый такой, девчонки. Прям да чё ж красивый. Вот я хочу сказать, помните, вот кто застал 90-е года, времена? Мокрая, рваная, вся как из стиральной машины, без пуговиц. Вылазишь 4 часа в очереди. Стояла за губной помадой, розовенькие были, перламутровые. И ты с этим трофеем вылазишь. И без разницы уже, как ты выглядишь, у тебя же вот она розовая, перламутровая. Ой, девчонки, какие были времена. Вот так вот, да. Сколько новостей узнаешь в этой галантерейке, пока 4 часа-то в этой мясорубке-то топчешься-то, да, стираешься. А сейчас помада, не помада, розовая, не розовая, перламутровая, не перламутровая. По каталогу поназаказывали, все в магазин зашли, все есть. Никакой романтики. А раньше идешь и сразу видишь, ага, вот с этой-то мы вместе в очереди толкались. Вон она, помада-то у нее какая. У меня, как у меня. Да. Сейчас времена-то неинтересные. Столет карандаш. Кстати, очень красивый. Я в каталоге смотрела, себе заказала. Такой красивый карандашик-то. Вот. С блесточками. Хороший, хороший. А это у меня что такое, я не поняла. Что-то я не поняла, что это за коробка-то. Мне сейчас одна звонила, говорит. Вот что за коробка? Сейчас опять разорву, ведь. Сейчас разорву. О, нет, открыла, открыла. Одна сейчас звонила, говорит, отдай подсвечник мне быстрее заказ. На праздник, говорит, опаздываю. Подсвечник. Где я ее возьму? У меня нет никаких подсвечников. Смотрите, что-то в коробке интересненькое такое. Гремит. Гремит. На праздник она опаздывает. Я сказала, ничего тебе не дам. Меня YouTube ждет. У меня вон тысячи. Смотрите, прям крошится, никак не выну, девчонки. У меня 1000 человек вон ролик ждут. Ей нужно подсвечник. У нее там 3 человека на празднике, а у меня вот не нужнее.
вот, это вот ее подсвечник и есть. А чё какой страшненький-то? А нет, ничего, ничего такой, цветочек. Вот и свечечка даже есть. Праздник ее ждет. Праздник подождет. Пока потанцуют, пускай. Мне ролик надо снять. Как же? Праздник. Так. Ну ничего, ради такого можно и подождать. Ничего такой подсвечник-то. Мне нравится. Праздник. Вот Ютуб, это Ютуб, а то праздник. А я что-то не поняла. Девочки, а бабочки-то где? За которыми я следовал-то, бабочки-то где? Вот акции-то, которые... Не поняла, надо разобраться. Что-то у меня тут бабочек-то нету. Вот, а только вот этот. Это знаете чего? Это вот этот. Вот, новая водичка-то, вот она. Ой, не могу, да чё ж как в доме жарко-то. Окна-то прямо не проветриваются. Прямо душно, душно. Аж вот прямо чувствую, в пот кидает. Нехорошо даже мне как-то стало. Я сегодня на почту самая первая прибежала. Рано-рано встала, прическу все делала. Говорю, ролик надо снимать. Надо бегом бежать на это, на почту. Вот. Это БТР-флей. Вот, говорят, надо на пульсирующую зону. Вот сюда вот надо, говорят, вот так вот поделать. Тут у нас что-то у всех пульсирует. У меня сейчас вообще не только тут. У меня везде пульсирует. У меня уже пар оттуда идет. Что-то прям нехорошо прямо. Вот. Ну, что я хочу сказать-то, девчонки, где бабочки-то мои? Бабочки-то, вот, ну-ка я гляну, бабочек-то. Вот, вы заработали 0 бабочек. Я не поняла. Посмотрите, что значит я заработала? Вот-то. 0 бабочек. Какие 0 бабочек я заработала? У меня товару-то вон заказано на 4900. Почему бабочек? Девочки, вы сколько бабочек-то заработали? Я ж... Вот-то. Я ж за ними следовала. Как за ромашками, бабочками. Я ж за всем следовала же. Все ж сделала. 4900 заказала ради бабочек. И чего? И никаких бабочек. Я, девчонки, не могу, я буду ругаться. Я человек такой справедливый. Ну как это так можно? Ну как это так можно? Я не понимаю. Ну как? А чё я в шапке-то сижу? Девчонки, я раздеться, что ли, забыла. Я ж прическу сегодня делала. Говорю, ролик снимать, прическу за Ивана побежу. А я говорю, чё, как душно-то в доме? Ой, девчонки, ну вот, ну чего, вот смотрите, ни бабочек, ни прически. Вот, Эйвон-то показать. Я так торопилась, я сегодня так торопилась. Говорю, самое первое надо бежать, а то сейчас Маринка вон выложит Света. А потом это, как ее там, Леночка. Сейчас все выложут, и буду я, как не Свет в оконце, сидеть, самый последний с пятым-то каталогом. Торопилась. Ну ладно, девочки, всем пока, всем привет, всех вас люблю. В Берлик буду показывать скоро. Ну, всем пока!